Пришли мне три полира, вот таких, небольшие, маленькие, мягкие, средние, жесткие. У меня такие есть, и мне понадобились новенькие. Три фрезы пламя с синим пояском, диаметр 2,5. Вот такие я фрезы знаю, ими работаю, они мне нравятся. Заказала новенькие. А это пламя с красной насечкой, тонкая. 2,5 диаметр. Какой яркий свет. Зачем? Боры, которые я не знаю. Вот такие шарики. 5,0 с красным пояском. Очень мне любопытно их в работе проверить. Проверю вам, расскажу. Но уж очень они такие не маленькие. Из этой же оперы 5,0 диаметром, но уже с синим пояском. Это уже чуть-чуть посерьезнее, но тоже такие большие. Как работать ими? Из рубрики «От любопытства сдохла кошка» вот такие заказала боры. 5,0 диаметр, красные и синяя насечка. Буду пробовать, но уже на себе попробовала. Понравилось, мне нравится убирать боковые валики. Попробую еще работать по кутикуле, потом вам расскажу. Они такие прям такие, ой, серьезные. А вот такой бор тоже взяла, я тоже держу первый раз в руках. 5,0. Тоже посмотрим по боковым валикам, по каким местам еще можно по огрубелости. Мне хочется, чтобы снимала быстро, много и сразу. Все держу в пакетиках, потому что для вас, потому что вы будете спрашивать, а если я достану из пакетика, то я даже не буду знать какой-то номер серийный. На всякий случай пока. Возможно, эти боры подойдут для педикюра, но я взяла их для маникюра, потому что есть клиенты, которые просят прям очень много, очень глубоко убирать боковые валики маленькими фрезами. Это делать долго и нудно. Я хочу попробовать фрезами побольше. Вот такими. Может, они, конечно, не подойдут. Может быть, они мне не понравятся в работе. Но буду пробовать. Как получится, вам обязательно расскажу. Качество хорошее, но подойдут ли для работы, это я уже узнаю чуть-чуть потом, погодя.